Судьи у ринга. At ringside, three judges scoring this contest. Александр Бабин, Александр Масычев и Алим Кудаев. Ваш судья-хронометрист, your timekeeper, Павел Кузнецов. И с ударом гонга, ваш рефери в ринге. And while the bell rings, your referee in charge, Юб Убеда, Netherlands. Итак, дамы и господа на трибунах, миллионы фанатов кикбоксинга во всем мире, в прямом эфире на телеканале «Россия-2» с арены спортхолла «Колизей» Ахма Файт Шоу! Ladies and gentlemen in attendance and millions kickboxing fans around the world, live from Sportshall Coliseum Arena, Ахма Файт Шоу! Представляю вам соперников. И первым бойца в синем углу. Introducing first, fighting under the blue corner. Бойцу 30 лет, его рост 194 сантиметра, вес 120 килограммов. 30 years old, he stands 194 centimeters tall, official weight 120 kilos. Его профессиональный рекорд 43 боя, 36 побед, включая 18 побед нокаутом, 6 поражений при одной ничьей. And his professional record 43 bouts, 36 victories, including 18 wins by way of knockout, 6 defeats. And one draw. Чемпион организации Super Combat в тяжелом весе. Чемпион World Grand Prix Super Combat. И K1 World Grand Prix Runner-Up. Финалист мирового Grand Prix K1 2012. Ladies and gentlemen, he is Super Combat Heavyweight Champion. Super Combat World Grand Prix Heavyweight Champion and K1 World Grand Prix Runner-Up. Дамы и господа, встречайте, representing Suriname, Ismael Mr. Payne Lund. О, соперник в красном углу ринга. And his opponent, Crawfording, fighting under the red corner. Бойцу 30 лет. Рост 197 сантиметров. Вес 113 килограммов ровно. 30 years old. His stand 197 centimeters tall. Official weight 130 kilos even. Его профессиональный рекорд 117 боев, 105 побед, включая 91 победу нокаутом, 12 поражений. And his professional record 117 bouts, 105 wins, including the 91 wins coming by way of knockout and 12 defeats. Дамы и господа, двукратный чемпион мира из Showtime и двукратный финалист мирового гран-при. Ladies and gentlemen, two-time is Showtime World Champion and two-time World Grand Prix runner-up. Дамы и господа, представляющий Марокко и бойцовский клуб Ахма. Ladies and gentlemen, representing Morocco. Там инструкции. Давайте, ребята, конечно. Появление. Что говорить? Илонта, давайте драться. Примерно Илонта это было. Квадрахари, это, конечно, совершенно отдельная песня.
И понятно, что Бадр Хари уже давно и прочно дружен с президентом Чеченской Республики, Рамзаном Кадыровым, Кадыровым. И вполне понятно то, что была возможность в том числе сделать очень красивый поединок, тем паче, что Лонд все-таки, знаете, это фигура. Это фигура. Да, неожиданно. Я, например, его не знал до этого боя. Сейчас заглянул в его рекорд. И, вы знаете, это серьезный соперник. Совсем непроходный. Из крайних поражений, кому проиграл, в Загребе Филиппович, у него было в 13-м году. А с 13 по 15-й, опа, нокдаун. Вот так вот все было вроде как и нормально. В 15-м году... Мне кажется, вы не успеете дочитать. Раз победа, два... Филиппович у него был в 13-м году, а с 13 по 15-й, опа, нокдаун. Вот так вот все было вроде как и нормально. В 15-м году... Мне кажется, вы не успеете дочитать. Раз победа, два победа, а Бадр Хари решил, что разбираться с ним будет недолго. Ну-ка, ну-ка. Нежданчик такой поймал. Ну, а золотой мальчик в своем репертуаре. В каком бы там состоянии не был этот человек, который способен уронить в любой момент. Жопка. Длинный хайкик такой через защиту. И сейчас, я думаю, будет стараться прибирать. Ну, его соперник в своем Бадр Хари? Нет, Бадр Хари, это понятно, фигура всем известна. Просто. Лишний раз про него рассказывать особенно-то и нет. Очень многие люди включили телевизор для того, чтобы посмотреть на него. Он побеждал многих в К1, в том числе... Ну, на заре, например, на заре был Верховен. Да. Был Сторогава. Были, ну, было еще много кто, в том числе он выиграл, кстати, Павла Журавлева, правда, Паша потом должок ему вернул. Мы сейчас про разных соперников говорили, вот Листара Верим побеждал Бадр Хари, а вы, Дмитрий, сейчас говорим про его соперника. Да-да-да, сейчас, ну, Бадр Хари, простите. Фигура, там история длинная, история с забитым Самедовым. На легенде это, пожалуй, был один из таких, знаете, основных, наверное, боев. Да, пожалуй. Очень круто. Ох ты, ой, навстречу. Ой, навстречу. Ой, не видит. Ой, не видит. Ой, не видит Лонд ничего. Да, скорость, конечно, принципиально разная. И, наверное, в первую очередь скорость мышления. Ну, он такой потерянный, посмотрите. Ножки прямые. Как-то потерялся, да, почти сразу. Сейчас Бадр его выцепит, выцелит. Джебом просто, ну, сначала его сейчас расстреляет. Ну, зарядил заднюю. И, ну, сейчас поменял штуку. Доживет ли до конца раунда? 40 секунд. Здесь все зависит от Бадр Хари, будет он прибавлять или нет. Если прибавит, он его уронит прямо сейчас. Если не будет, не захочет прибавлять, то будут последующие раунды. Уартас жесткий прямой. Ну, огрызается вполне себе. Ну, огрызается, но при этом больше по воздуху. Как бы, конечно, хотелось бы увидеть такую прям... Более конкурентный поединок. Да, обоюдную борьбу. Не, ну когда его сейчас Бадр посадил-то первым ударом, это, конечно, было серьезно. Ну, это было очень серьезно. Гонг, ну, первый раунд. Так вот, до конца первого раунда он даже. Посмотрите, на самом деле, вот сейчас уровень подготовки понятен. Посмотрите, в каком состоянии находится Бадр. Таких кондиций я вот не припомню, ну, сильно давно. Потому что понятно, да, когда с Грэхэмом... Тот же Бадр дрался, ну там понятно, Грэхэм все-таки возрастный был, скажем. А здесь, конечно, Бадр. Бах, навстречу. Вот так вот, красиво в самом начале, да, со смещением в сторону. Оп, и потерялся товарищ. Бум. Сразу. Хорошо попал. Да. На легенде против Алексея Игнашова Бадр, в общем, тоже уровень, конечно, показал, но... Ну, Игнашов немножко себе не соответствовал. Да, Игнашов тогда уже был в том состоянии, когда Бадр работал первым номером практически в одну калитку. Уронить его не получилось, но это много у кого не давайте получилось. Так, Алексей Игнашов, это, по-моему, единственный вообще спортсмен тяжелого веса К1, который никогда не был никого. Вообще. Вот. Ну и Бадр его туда не отправил. Что там такое? Наверное, мокрый ринг. Это все нормально, продолжают.
Конечно, принципиально разная скорость. То есть полностью дистанцию контролирует, когда хочешь бежать. Складывает столько веса, столько веса в удары именно ногами. Ну, сейчас будет стараться, да, он это получалось убирать людей коленями в том числе, поэтому с Бодром надо быть чуть-чуть повнимательнее, хотя, ну, что он и сам прекрасно понимает, что он делает, это интересно. Ну, вот такой тоже вариант, почему нет? Вот он, навстречу, посмотрите. Прямо в начало движения вписывается. Размашистый ведет уже. Аккуратненько корпус, голова, сразу разорвать дистанцию, чтобы не ввязаться на вот эти вот нежданчики. Вот. О-о-о. Жестко попал-то. Вошло даже, по-моему. Жестко попал-то коленом. Да, видимо, колено действительно является его такой сильной стороной. Бодр на дистанции-то Бодр его разбивает как хочет, а в клинче еще кто его знает. Угу. Правда, клинча как такового нету, но на ближнюю дистанцию выйти можно. Прихват колена вполне себе получается. И могу сказать, что сейчас колено мою щелку. Руками не успевает никак. А вот коленями, кто знает. Ой, попал. Попал навстречу. Вот это да. Нокдаун. Писали мы его. Вернул должок-то, обратите да. внимание. А смотрите-ка, 1-1. Секундочку, говорит да. Лонг. Бум. Ничего не как закончили это пока. На поединке. Вот теперь-то... А теперь вернулась сначала. Интрига, Дмитрий. Конечно, еще как. И есть отличный шанс. Ну, все-таки тяжелый вес. Вот да. попытка коленом в разножку надо ударить. Работать. Отпускает, отпускает. Дает восстановиться Бодру. Зря, не зря. Сейчас покажет время. А туда? А туда нокдаун? Ну да, Бодр бывал в нокдауне и выиграл после этого. Для него ситуация-то не новая. Что, 1-1. Биться. Раскочегарился поединок-то, обратите внимание. Да, все интереснее, интереснее. Кто кому здесь первый сейчас еще попадет дополнительно? Смотрите, как да, завелись. Да, да, да. За 30 вот секунд до конца второго раунда. Попытка еще раз коленом сработать. Бам. Лонта. Справа попал. Очень размашисто. Бодр бьет, конечно, серьезно точнее. Но пролетел же тут правый удар. Конечно, еще попадает слева. Сейчас ну, он попал так, слева. Не да? такой сильный удар. Хорошо, на корпус. А вот сейчас опять. Ох, опасно, ох, опасно, опасно. Апперкот зашел по корпусу. Да нет времени по корпусу работать, надо работать по голове. Бодр молодец, сейчас идет клинчеваться и под концовку второго себя, раунда. Показал себя, то есть хорош. Действительно вернул интригу в поединок. Вроде бы все было понятно, да. Бодр как хотел, а вот нет, смотрите-ка, раз и все так изменилось. Но сейчас его будут приводить в себя всеми правдами и неправдами. Да, мне кажется, что-то у него с глазом слегка. Там гематома такая серьезная. Гематома. Ой. Хорош. И конечно, не падает? Конечно. И не падает, да. Обратите внимание. Бодр очень жесткий удар. Я думаю, и здесь они оба справа не в челюсть да. и уронил. И уронил. Хороший удар, попавший. Бум. Бах. И вот здесь снова начался спор. Снова интрига повисла. Здорово, да, стоят друг друга соперники. И вот, собственно, вот этот вот удар прошел у него дважды. Под занавес ранга раунда получилось ровно то же. В разрез под руку правой. Ну что, а здесь все равно 1-1 по нокдауну во втором раунде. Нокдаун у Бодра в первом, так что преимущество общее. В концовке-то он не упал. Да нет, Бодр понятно, что сейчас имеет преимущество, но сейчас он будет чуть хуже видеть. А, там гематома под левым глазом очень серьезно уже налилась. Посмотрим, вот действительно все может решиться в этом раунде. Да, собственно, и решится, что там в том или ином случае, это же третий раунд. Первый раунд был однозначен. Второй очень интересен. И вот сейчас, конечно, бой вечера. Бой вечера, вот она интрига. Вот она интрига, да. И оба поняли, что могут друг другу создать серьезные неприятности. С хорошими такими последствиями. Включается оба поняли, сейчас что в руках... У них оружие, да. Посадил. И еще раз посадил. Должен судья отсчитать. Встанет? Да, думаю, встанет.
Да, терпеливый. Терпеливый, что есть, то есть. А, три нокдауна, простите. А, да-да-да. Простите, да, три нокдауна. Победа Вадрахари. Три нокдауна, вопрос закрыт. Тут я даже подзабыл. За течением данного поединка. Ну, с другой стороны, а что, спорить надо было раньше, потому что упал от джеб. Ну да, там двойка была. Ну, ТКО, никого. Разница, ну, конечно, небольшая, радость ему это немного прибавит. На самом деле, вот все-таки ожидалось, наверное, чуть-чуть по-другому, хотя и Бадр показал себя. Но для него этот нокдаун, когда ему справа боковую попал, был абсолютно лучше. Абсолютно. Если бы он его не вернул, этот самый нокдаун во втором раунде, то у него был шанс сгореть в третьем. А тут... Ну, смотрим. Левый, правый. Правый прямой попал. Правый прямой. Здесь ну, устоять ты не смог, друг, извини. Пока. Ну да, и не сказать, что поскользнулся. Бах! Ну, а как ты хотел, дорогой? Ну, нельзя так жить. Чуть потерялся, глазки в кучку сошлись, и всего хорошего, дорогой товарищ, встретимся в следующий раз. Но уже не сегодня. Да, не, ну здесь Бадр молодец. Бадр вышел, кстати, по кондициям готовый очень хорошо. Было интересно смотреть, потому что он себя напоминал и в том числе и в лучшем. Ну, сейчас осталось, собственно, уже официоз остался, объявление победителя и золотого мальчика. Здесь в очередной раз превознесу. Ну и по делу. Ну, в общем, да, по делу. Здесь нельзя сказать, что у него не получился. Он получился нервный и неоднозначный, но уж никак неплохой, не интересный. Потому что все могло быть как угодно, но в спорте мы прекрасен, что в данном конкретном эпизоде, пусть и нервном, пусть и сложным, но в этом...